Радиокомпания «Маяк». Совместное движение в информационном потоке. Продолжаем. Ну, это одна из песен. Угу. А вот я вижу, что уже Дарья и Артем в телевизионной студии хотят вам задать вопрос. Артем, Дарья? Да, спасибо большое, Юрий Михайлович. Ну, вот вы сказали 13-14 лет. Я больше чем уверен, что песня отпразднует свое и 20-летие, полно, собственно, и 40-летие, и так далее. А вот я хотел бы задать вам вопрос такого житейско-философского толка. Скажите, а с вами по жизни кто-нибудь прошагал 20 лет, чтобы вот можно было сказать, 20 лет спустя ты по-прежнему со мной? Может, это и женщина, сложный друг, вопрос. Сложный вопрос. Ну, 20 лет вряд ли, наверное. Но какие-то такие периоды жизни я как бы совмещал с какими-то своими приятельницами, там, с подругами. Но 20 лет это чересчур. То есть вот да, так самокритично. Да, очень, очень тяжело. Нет, неужели никому не хочется сказать, мы с тобой так же близки 20 лет спустя? Ну, в песне все можно сказать. Ну что же, давайте еще раз посмотрим на концертное выступление. Кстати, когда оно было записано? Это 92-й год. 92-й год. Да, есть... песня была раньше записана. Да, ну, вообще, конечно. Песня была написана раньше, значительно. По-моему, это уже просто... прошло 20 лет с тех пор, как вы написали это. Это концерт, который... Да, больше, да. Но это концерт, который происходил в Театре эстрады. 92-й год. На этом концерте мне вручали золотой диск фирмы «Мелодия». Угу. Да, интересное было. Вы совсем ну не вот изменились. И смотрим уже 13 лет спустя, смотрим видеоклип. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Спустя.
меня просто нет слов. Спасибо вам огромное, Юрий Михайлович, что вы нашли время прийти к нам сюда, в студию. Я уверен, что у всех наших телезрителей и радиослушателей сегодня будет прекрасный день, потому что он начинается с такой доброй, прекрасной песни. Спасибо вам огромное. Всегда будем ждать вас к нам в гости в эфире и телеканал России, и радиостанции «Маяк». Спасибо большое. И по традиции мы всегда обращаемся с просьбой к нашим гостям, чтобы вы пожелали доброго утра всем. С добрым утром и с хорошим днем. Спасибо вам огромное. Спасибо. И я передаю слово нашей телестудии. Артем, Дарья. Спасибо большое, Кирилл. И большое спасибо, Юрий Михайлович. Как нам хорошо с вами сейчас. Жаль, что утра мало. Спасибо большое.